Save over 65 euro on your weekly family shop with Supervalue Online Shopping. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Shop our own brand low prices range. 2. Available over 2,000 weekly special offers. And 3. Use your weekly money-off vouchers when you shop online at supervalue.ie. Plus, when you order before 12 noon, we'll deliver everything straight to your door the very same day. 1, 2, 3. Supervalue makes saving money as easy as 1-2-3. Привет, меня зовут Аня Смирнова, и я контент-менеджер сообщества внутренних коммуникаторов. Недавно я пошла учиться на основной курс школы ВК, который называется «Менеджер по внутренним коммуникациям», и решила записать об этом небольшой подкаст. Каждую неделю я буду делиться с вами своими ожиданиями и впечатлениями от обучения. Начну прямо сейчас. Заканчивается третья неделя обучения, и я уже привыкла, что все мои завтраки проходят под мастер-классы о внутренних коммуникациях. В отличие от моих домочадцев, но кто же их спрашивает, бедненьких. Впечатлений на этой неделе много. Например, меня прям очень впечатлил хронометраж пятого урока. Два часа пятьдесят минут чистого видео. Ну, это так, к слову. На самом деле, я действительно много отметила для себя лично. Итак, вывод номер один: дьявол в деталях. Этот вывод настиг меня на шестом уроке и был для меня огромной неожиданностью. Урок был посвящен корпоративному телевидению, и в принципе я и так неплохо знакома с продакшеном, мне раз писала сценарии для роликов, поэтому там, не то чтобы ожидала, что будет там совсем все новое. И тем не менее в уроке я услышала совет, который ну, просто открыл мне глаза в какой-то момент, что нужно делать ролики таким образом, чтобы все было понятно без звука. Мне вообще никогда не приходило в голову, что большинство корпоративных ТВ-панелей работают без звука, потому что они стоят в таких местах, где мешают людям работать. И я просто не представляю, сколько денег я могла спустить в унитаз вот из-за такой мелочи. Да, не говоря уже о затратах там по времени, сколько нужно, чтобы записать звук, свести звук, да, и чтобы все это выглядело прилично. В общем, думаю, что много. И это плавно подвело меня ко второму выводу. Учиться нужно у практиков, потому что они уже 20 раз наступили на все распространенные грабли. Они уже научились танцевать на них ламбаду, и они точно могут объяснить, что делать со всей этой радостью. Еще одно достоинство практиков ⁇ это практичные, не поверите, советы вместо теоретических обоснований. Например, мне очень понравился небольшой мастер-класс Софии Семеновой по контенту. Особенно та его часть, где София приводила примеры материалов. Там хорошо знакомые, возможно, части из вас, там 10 правил жизни, как у GQ, 5 там, признаков настоящего специалиста и тому подобное. Кстати, угадайте, как скоро выйдет пост 5 признаков настоящего внутрикома. Но это ладно, возвращаемся ценность не в конкретных идеях, а в навыке находить эти новые идеи. Это очень важно как для внутрикома, так и для любого специалиста, работающего с контентом. Потому что каким бы креативным ты ни был, что-то просто не придет тебе в голову. Ну, к тому же все уже придумано до нас, бери и пользуйся. Это мой вывод номер три. Полученный навык намного важнее конкретного знания. В завершение, как и обещала, расскажу вам о своих впечатлениях после посещения субботнего метапа. На первой неделе я пропустила встречу, так что для меня это было впервые. Я немного нервничала, потому что совершенно не представляла, что мне говорить. Ну и еще я очень опасалась публичного разбора ошибок из домашних заданий. У меня их было прилично, а с критикой я вообще не особенно дружу, так что немного напрягалась по этому поводу. Как выяснилось, напрягалось зря. Никакой публичной порки не случилось. Вся критика осталась в чате с куратором на портале, который увидите только вы сами. Мы обсуждали свои инсайты и задавали вопросы, что мы не поняли из материала, и самое главное, как мы можем применить все это на практике в своих компаниях. По большому счету, метап это цикл коротких консультаций от Анны Несмеевой по заданной теме. Так что вот мой вывод номер четыре. Хотите сэкономить на аудите и консалтинге, отправляйте сотрудников на курс менеджер по внутренним коммуникациям. Только тс, я вам этого не говорила. На сегодня на этом все. На следующей неделе будут троги по интернету, соцсетям и моей любимой геймификации. Посмотрим, останется ли она после этого моим любимцем. В любом случае, честный рассказ о том, как все это было, я вам обещаю. Так что до встречи через неделю. Пока. If you're looking to untangle your money, the OnPost Money Flex credit card powered by MasterCard can help. Take the time you need to pay off large purchases with no extra charges for nine months. That's the best credit card purchase rate offer on the market. Spread your costs your way. Search OnPost Money Flex credit card and untangle your money today. New applications only. Lending criteria, T's and C's apply. Info correct 25th of July 2022. Best in Market Claims Source, CCPC. OnPost Access to Credit Intermediary on behalf of Avoncard DAC. OnPost Trading is OnPost. Money is authorized as a credit intermediary by the CCPC. Avant Card Act trading as Avant Money is regulated by the Central Bank of Ireland. The Ampost Money Flex Credit MasterCard is issued by Avant Card pursuant to license by MasterCard.